Аллилуйя. Вот сейчас братья принесут еще кресло. Сейчас мы в этом кабинете организуем как раз места для служения, для собрания. Да. Надо их протереть, да, стулья? Нет, мы протрем, мы уже так. Я, Андрей, как помогу. Да, слава Богу. Так что вот, тоже молитесь, конечно, чтобы было за нас, молитесь. Чтобы было, и я лично молюсь о том, чтобы было у нас свое помещение, уже постоянное или полное время аренды, чтобы оборудовать под храм православный внутри, вот, или же свой храм, ну это в дальнейшем уже. Вот поэтому, если в Киеве есть возможность послужить помещением, то свяжитесь со мной тоже обязательно, вот, ну как бы, чтобы это было действительно для православного такого евангельского служения. Слава Богу. Так что благословляю всех вас во имя Господне. Аллилуйя. Да. Да. А так вот мы оборудуем для служения, приспосабливаем и вот и кабинеты. Вот этот кабинет директора здесь предприятия ОТОС. Вот кто в приемной, кто в том зале, но там сейчас все еще после ремонта еще не приспособлено для собрания. Вот так вот. Но благословение Господних. Да, и каждое воскресенье у нас здесь проходит служение. Станция метро Кловская, вот в двух шагах буквально здесь. Улица Первомайского, 6. Это вот, вот это здание предприятия УТОС. Вход через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. И попадайте прямо сюда вот на служение. Благословляю всех вас своими Господнями.